В интернет-магазине Техлаб есть комплект IP-видеодомофона Hi-Watch с электромоторным замком, коммутатором и необходимым остальным оборудованием, блоком питания и гибким переходом. Как это все работает? IP-домофон, монитор домофона может работать как по POE, так и запитываться отдельным блоком питания. Подключаться к сети может как по Wi-Fi, так и проводом. Мы рекомендуем провод, в комплекте есть коммутатор. Давайте рассмотрим схему, как это все будет подключаться, что к чему, и вам будет немножко понятнее. В помещение мы устанавливаем монитор. Монитор можем запитывать адаптером в розетку или по POE запитываем от коммутатора. Вот оно. В комплект входит. Коммутатор сразу на 4 порта, к нему же можно подключить дополнительную IP-камеру, в комплект не входит. И камера тоже будет запитываться по POE. Дальше мы к этому коммутатору подключаем этой же витой парой, ну еще одной, мы подключаем вызовную панель домофона. Она входит в комплект. Вызовная панель уже со считывателем карты, поэтому тут даются брелки, ну карты, брелки, майфер. Даются брелки, и поэтому мы можем управлять замком с вызовной панели. Там есть контакты, которые позволяют открыть дверь. У нас на замке стоит вертушка, и поэтому изнутри открытие и закрытие может быть просто вертушкой. Да? Нам не нужна кнопка выхода, она в комплект не входит, можете ее добавить. Нам нужно поставить блок питания, обычно его устанавливают в помещении, он подключается к 220 и идет провод до вызовной панели домофона. Дальше соединяется с проводом трехжильным 3 на 0,75, и этот провод идет к моторному замку. Когда мы нажимаем кнопку вызова, сигнал поступает через POE коммутатор. Его, кстати, можно подключить к интернету и смотреть. Вызов может поступать не только на монитор, но и на мобильное приложение. Вызов поступает на монитор. На мониторе нажимаем кнопку открытия. Сигнал замыкает контакты на вызовной панели. И электромоторный замок у нас открывается. И через некоторое время закрывается автоматически. Хочу обратить ваше внимание, что провод UTP, да, от вызовной панели до коммутатора может быть до 100 метров. Это первое. А второе, он должен идти к коммутатору. Не к монитору, а к коммутатору. И от коммутатора провод идет до монитора. Монитор можно не подключать к сети, но можно подключить к сети, ну, к розетке обычной. Это как вам удобно. Также камеры тоже подключаются к коммутатору. То есть какой-то щит слаботочный, туда сводятся все провода. Блок питания может стоять где угодно, как на калитке, так и в помещении. Если замок потребляет там 1 ампер, то, соответственно, 2 на 0,75 метров на 20, на 30 хватит. Если расстояние больше, лучше заложить надежнее. Будет более толстый кабель в 1,5 квадрата. То на замок нужно именно 3 на 0,75 трехжильный провод, и обычного провода ШВВП будет недостаточно для управления замком моторным. Вот, трехжильный, видно, да? Наверное, стоит сказать по установке замка. Замок может устанавливаться как на левые, так и на правые двери. Но нужно понимать, что он на двери, когда петли у нас с правой стороны, будет открываться и закрываться, вот эта вертушка в другую сторону. Ну, видите, да, я хочу закрыть, а на самом деле я открываю. А если мы говорим про эту сторону, то тут более логично и правильно все. Это не принципиально. Замок может открываться как во внутреннюю, так и наружную часть, дверь наружу, потому что ригель просто прямой, да, он не скошенный. Когда дверь закрывается, она очень мягко закрывается, срабатывает магнитный датчик на замке, и замок мотором выдвигает ригель. Если проходит некоторое время, он его мотором обратно задвигает. Этот замок, повторюсь, очень мягко работает, и мне кажется, что это будет одно из лучших решений на калитке. Можно поставить с пневматическим доводчиком. У нас есть Arctic Line, например, или DRS. Пожалуйста, он будет хорошо с ними, с этими доводчиками работать. И на сегодняшний день, для, если выбирать лучший комплект на дачу, на загородный дом, то IP-домофон будет наиболее интересен.
Есть IP-система, да, то есть есть связь по IP, есть возможность на мониторе домофона смотреть дополнительные IP-камеры без каких-то лишних заморочек. Есть возможность записывать видеокартинку с IP-камеры, с вызывной панели IP-камеры на видеорегистратор, если вы поставите. И приложение хорошее, удобное на телефоне. Если вы спросите, какой комплект на дачу из таких максимально интересных, это вот такой. Моторный замок, так как универсальный. У нас есть точно такой же комплект. Но он с электромеханическим замком. Это чизовский замок. Чизовский замок мы настоятельно рекомендуем использовать с БУЗом, блоком управления замком. Если мы используем ответную планку, то расстояние между дверью и рамой должно быть около 1 сантиметра. Это нужно понимать, и планка, возможно, вам не всегда нужна. А на планке есть плавный заезд. Вот такой, да, и из-за этого планка нужна. Но заезд можно сделать вот этот вот, там заводной ригель на замке, он упирается в этот пластиковый заезд. Его можно сделать из любого другого пластика. Но нужно понимать, что далеко не каждый монтажник это будет делать. А замок мы рекомендуем использовать с БУЗом. БУЗ также подключаем к отдельному блоку питания. Это... ну, необходимо, так как панель у нас запитывается попой, и там 12 вольт питания нет. И даже если вы подключаете панель 12 вольтами, я бы, так как это технически сложное устройство с электроникой, а замок все-таки дает скачок напряжения, для питания замка я бы использовал отдельный блок питания, ну или БУЗ. А еще лучше и отдельный блок питания, и БУЗ. Так как это, ну, дополнительная защита и надежность срабатывания замка, потому что катушки в замках ЧИЗа, к сожалению, горят от длительной подачи напряжения. Вот такой комплект, даже два комплекта. Вкратце рассказал про схему. Если остаются вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Я постараюсь ответить там, в течение дня-двух. И у нас это вот на данный момент можно все приобрести. Есть все в наличии. Возможно, бывают какие-то изменения. Этот замок бывает разных фирм. Это или ZKTEC, или просто какие-то другие китайские производители. Но всегда это китайский замок. То есть это он выполнен в Китае, и все замки китайские. По домофонии на данный момент это вот такой комплект. Если HiWatch перейдет на модификацию B, вот они вот здесь в названии добавляют B, то это то же самое, только чуть модернизировано. Поэтому разницы никакой нет, можно смело приобретать. Это такой же комплект по смыслу. А на этом, я думаю, все. Спасибо. До свидания.